Это было так глупо вообще. Or more. Feel myself slipping away. Got me praying for the end. For theft and destruction of public and private property. Aiding the enemy. Torture. Terrorism, including nuclear, both domestic and abroad. And high treason. For gruesome murders that number in the thousands, you have been found guilty, Mr. William Joseph Blazkowicz. It is rare, even for a man of my job description, to come face to face with true evil. And it pains me that the maximum sentence that I can bestow upon you is something as trivial as death. Death, Mr. Blazkowicz. Nothing but swift, sheer death. Bailiff! Ну, окей. Да как это вообще произошло? Ладно, это ваш ключ. Пошел нахер отсюда, тварь! Как он освободился? Боже мой, да ничего не кругу. Я без брони, как я вообще бегаю? Как я бегаю? Я же не могу бегать без брони, верно? Я сейчас выберусь, суки, вы у меня тут плясать будете. Твою мать. И автомат, кстати, прокачан уже мой. Отсюда, по-моему, кто-то подходит. Да что ты там трешься? Смотри, там с дробовика раздают по полной. Я тут отсижусь пока. У меня на этом мониторе, я тут по определенным причинам старый монитор поставил. Я теперь не понимаю, как я на нем жил. Это вообще какая-то дичь. Божечки, что-то вас до хрена тут. Да, я без брони. Что характерно, твою мать. Слушай, они продолжают набегать. Лежать. Ты что, фюрер, что ли? Ага. Что произошло, я не понял, честно говоря. Так, еще раз. Надо слезть с этой штуки, потому что меня что-то убивает. Да слезь ты, господи, ёбаный... Ну, простите, да, простите. О, так, все, бежим. Ох уж этот Вольфенштайн. Сидим, ну-ка нахрен. Да вы тут просто накинулись на меня, да? Да, нет. Расстреляй меня, я пока сёр, но в принципе мне плевать. Так, простите за эти странные звуки. Кто-то, похоже, в воскресенье с утра решил... заняться ремонтом. И чем они там занимаются, человеки-соседы? Они снова нас нашли, да? Жизни дайте, господи. Нахрен пойдешь отсюда, он сейчас рванет. Он может, но он не будет. С дробовиком я могу отстреливаться здесь очень долго, на самом деле. Если вы захотите подбежать, я имею в виду. Можно мне сохранение, пожалуйста? Бляха, 12 жизней. И грохот снаружи.
Все не слава богу, все не слава богу. Куда бежать? Вон там какой-то выход. Пойду туда. Я думаю, что это то, что мне нужно. А вы там не гоните, нет? За мной идет что-то большое. Я даже вижу его. Я вижу его. Это хорошее место, чтобы его встретить. И тебя тоже. Куда ты? Куда ты пошел? Я здесь. Все, и вас нет. Там, по-моему, таких же еще идет штук 20. Я не буду брать тяжелое оружие. Оно здесь просто ну нахрен не нужно, серьезно. Вы гоните, там еще подлетают. Эта игра просто временами не знает меру. Просто не знает. Набираем всякого говна. Вон там я слышу сейчас. О, какие звуки, простите, простите. Так, и что, куда идти-то в результате? Не-не-не-не, не выдумываю даже. Может быть туда? Не факт. Слышь, этого чувака с пушкой нужно снести, причем пронто. Да, закрыто. Я должен был проверить. Так. Сразиться. Просто всех переубивать? Ну, это на самом деле довольно просто, окей. Я думал, что-то более замороченное будет. Давай, бери. Ага, так, я понял. Где ты там? Вылазь. Долго тебя ждать будет? Чуваки, вас много, я один. Давайте вы куда-нибудь вылезете уже. Нет? Вон там выглядит как какой-то вход, смотри, вон там. Но это на самом деле не так. Ладно, пойдем. Спасибо. Он идет? Походу мне придется его самому искать. Мне вообще не хочется. Честно, не светит это говно. При этом, судя по звукам, понятно. Сейчас встретим его. Сейчас встретим. Все будет хорошо, в лучшем виде. Ну. Еще? Должны же быть еще, верно? Ох, как вы меня выбесили, боже. Это, посмотри на эту кучу трупов. Я понимаю, Блашкович, конечно, там, Вольфенштайн, но один довольно уважаемый мной человек, ну, который занимается летсплеями, спросил, типа, это нормально, что в 2017 году у тебя нет вообще никакого индикатора, что у тебя 3% жизни осталось, допустим. То есть смотришь, у тебя 50% жизни, следующая секунда, ты падаешь, и ты даже не понял. То есть настолько быстро тут жизнь убавляется, при этом ты даже не знаешь, что они убавились, потому что тебе нужно постоянно либо на здоровье смотреть, либо, короче, замолчи просто все, и ты уволен и тому подобное. Это первое. Второе, говорит, а если граната тебе прилетает, то можно сделать, чтобы она подсвечивалась как-то, ну, хоть как-то, потому что ты, говорит, в этом мессиве просто не замечаешь того, что рядом с тобой граната. И я абсолютно с ним согласен. Да, может быть, кто-то скажет, что, мол, это там челлендж, это не челлендж. Это просто нужно было сделать. И без этого сейчас, ну, это необходимо. При таком накале идиотии это, в принципе, необходимо. Ладно, мы всех убили. Хорошо. Ну и накидывают по 200 врагов, при том, что каждый тебя убивает. Это, конечно, такое. I thought I lost you, Mama. I thought I'd never see you again. Oh, Billy. Life is full of unexpected things. Some make you cheerful. And some break your heart. I wasn't there when you needed me. I ran out on you. It hurts so much, Billy. It felt like my heart was being ripped out of my chest when you left. But all hardship is temporary. Do you know this?
most of it is inevitable. I had to stay behind so that you could leave. And now you're the one in trouble. Do not worry for me. My troubles are over, my son. I don't want to go back out there. But I can't do this anymore. You are strong, Billy. We are survivors, you and I. We keep fighting even when we do not know how. You cannot help but be my son. I'm having twins, Mama. They're not born yet. У меня близнецы. Что за локализация, твоя мать? I wanted you to see them. I miss you. We will be together soon. You just have one more hardship. Да, я так и думал. Так и думал. Warm quilt of daydreams. Stolen by cold wind of reality. Потому как он бегал без своей брони, было подозрение, что это сон. Ох, твою-то мать. Вашингтон? Чего вообще? Чего? Everyone in position. She's dropping it. Kinderlach, we have less than 7 seconds. Okay, ready, steady, march for button. Drop it! Anya, now! Hurry, in 3 seconds. We need to give his brain oxygenated blood or it will die. Боже мой. I'm afraid it's too late. Oh, no. No. Brain activity. Yes! He's alive! Oh. A fucking genius, sir. Did I ever tell you that? He's on! Max is right. We should get out of here. The man ready for transport. И Макса, что характерно,
Понимает все. Что вообще происходит, твою мать? Look, he's awake. Какого хера, Аня? Look, a lot, jump and bust that. The only person on the planet hard enough to survive getting his head chopped off. Mr. Blazkowicz, can you hear me? Okay, so listen to this. Some time ago, Caroline obtained this latest generation biologically engineered super soldier body from a Nazi scientific lab. Mm-hmm. Very, very impressive specimen. Anila, please show this to him. Look, William, Sed is going to attach this to build a connection between your head and your new body. Anya! Kindler, please, I'm in love. Family. Please come and help me here. Now, these are very rare Nazi company equipment. Это не лемур, кстати, это обезьянка с головой кошки. In the field. None of them is working. Мы про неё читали. I have enough material to fix one contraption. You should decide which one you want. You can choose. Blink once for this one, blink twice for the one in the middle, blink three times for that over there. А я даже не знаю. Мне нравятся ходули. Мне реально нравятся ходули. Система механических приводов, установленная на ваших ногах и срабатывающая по команде. Простите за этот грохот, я ничего не могу с ним сделать сейчас, окей? В следующей серии его не будет. Просто некоторые люди, они любят воскресенье с утра, короче, испортить выходные остальным. Ну что поделать, твари есть твари. Я знаю, да, я сам все знаю. Так, при активации выдвигаются механические опоры, позволяющие проникать в новые области, использовать вертикальное укрытие, занимать тактически выгодные позиции. А знаете, как я сейчас сделаю? Я пока выключу микрофон и, короче, хотя ладно. Силовые скобы, металлическая броня, защищающая суставы верхней части вашего тела, плечи и локти. Силовые скобы позволяют таранить объекты, выбивать двери, ломать ящики и сокрушать врагов. Ага. Okay, Ingela, let's get to work. I will sedate you now. See you soon. Так, секунду. I'm not asleep. I'm gotten you. How are you feeling, Mr. Blazkowicz? Can you move your body? Yes, you can. Show us. Show us. I feel powerful. Do you remember your name? Do you remember your doings in the last 2 years? Aside from killing Nazis. If you die one more time, William, I will murder you. Come, I'll give you some clothes. Send them to me when you're done. No, have you seen Getaway? Where's to Gizhin? Where's to Gizhin? Shimshin? I give the Shimshin. Mr. Blazkowicz. How I look? Like a new man, Yingle, a new man. Back. Now, this same thing Shoshana has. This no. This connects your head to your body. Very, very important not to fiddle with this. Now, you might feel some weird tingling sensation, not to worry, it's normal. But let me know if anything else happens. For example, your head trying to reject your new body, something like this. It's hot! Make yours! Same way. Excellent. Now, I have prepared the contraption you wanted. Put it on. Let's see what you can do with it. Go on, Mr. Blazkowicz, put it on. Короче, это, в принципе, все хорошо.
Надеюсь, больше грохота не будет. Хотя он еще, наверное, будет. Силовые скобы, наверное, прикольно. Да? Посчитайте. Силовые скобы защищают суставы верхней части вашего тела, плечи и локти, позволяют таранить объекты и выбивать двери. Вот это вот, помните, у нас в начале там были двери? Шимшин, твой новый тело очень, очень мощный. Как мощный? Ну, рамшаклы будут локать твои верхние части в место, так что они не будут брать. Пожалуйста, можно субтитры? Игра? Что это значит? Ну, флеш прямо через эту стену. Ну, я уже пробил. Yes, Ingele, you can break right through this wall. Just run into it as fast as you can. Я пробил. Come on, believe in your power. Я пробил. Так, игра. Силовые скобы, я понял. Да, я понял. Все хорошо? Мужчина? Мужчина? Ну, черт. Может, тебе еще что-нибудь пробить? Ну, в смысле, не тебе, а... Ладно, я еще раз пробежал. Окей? Окей? Походу, не окей. Чувак, ну серьезно. Ладно, я полезу. Там наверх лестница есть. Я, пожалуй, пойду. Раз ты со мной не хочешь взаимодействовать... Хорошо. Я думаю, что с такого разгона можно будет реально тупо сносить врагов. Так, я их могу прошибать, отлично. Это хорошие новости. Но по одному за раз, походу, смотри. Ага. Так, я понял, прикольно. Макс Хас. Комплект улучшений. Так, давай посмотрим. Я пока что буду, наверное, прокачивать... А что на ручную гранату? Осколочная, дизель, электромагнитная. Не, я пока шокхаммер, наверное, прокачивать буду, потому что он реально конченый. Так, рикошетов на него прибавим. Bond, bond. Caroline, thank you. Yeah, yeah. Take back your wings. I don't need them anymore. Эскиз. Ага, это тот момент означало. Погнали, уже давно меня просят сделать, да я и сам знаю, но что-то как-то не того был. Чё? Well, it's remarkable to see you here standing in front of me. It's just astonishing. Detention, public execution were the most well-guarded events in television history. They're protected by the full might of the Nazi war machine. And still, you're standing here in front of me. You know why? Now, the only reason you are standing here is Anya. She never gave up. No, this girl never gave up. When Grace's plan to rescue you failed, Anya remembered what I accomplished with Shoshana. Ask me whether I can do the same thing for you. She was the one who brought into my attention the super soldier, biologically engineered bodies. She even reclaimed all of the weapons you lost at the ruins of the farmhouse. She is relentless, this girl. She's a keeper. Да уж. Что скажешь? I got you back, buddy. Cut it up there! Last words! My friend! What a happy day! Welcome back to the land of the living! Ставьте уже. Hey, welcome back and all that, Blasco! I'd love to pinch your cheeks and ruffle your hair, but we drop this thing. Oh, it'll explode and sink the whole fucking boat. Would you mind coming over here and lending a hand? Nexos! Oh, God, here comes the idiot. Stay back, Max. This thing is very dangerous. Go boom, like this! Oh, say your prayers, we're fucked now! You'll kill us all! No! Nexus! What in the name of ass-tripping fucks has happened? Well, no, thanks. Outstanding. Oh, well, you're making this old Bodak sentimental, Blasco. And we have to get this thing wired before we get to New Orleans. Oh, but it's right good to see you up and about again, Captain. Так, теперь
Макс Хас? Макс Хас. I just wanted to get some rest before we arrive at New Orleans. Just such a long ride. I need a few minutes. Can you put your arms around me, William? I met him, Anya. I seen him and I wasn't afraid no more. Oh, William. And your mother? What happened in the garage? The garage? First time you tried to rescue me, Frau Engel's men attacked you in the garage. I heard the gunshots. Oh, that was nothing. We had some tricks up our sleeve. That's exactly what Super Spress said. Answer my question. Which one? Is this real? Or am I in heaven? Hey, Blazkowicz. Привет, Майя. You're a class act, Blazkowicz. Surviving whatever they chunk at you. Рюнька, тебя не надо покормить? Точно? Макс Хас? А он в соседней комнате. Should go see if Grace has a job for me. Put this new body to good use. Да по-старому. Вообще это офигеть, конечно, с этой головой. Это просто вынесло мозг в очередной раз. Какой-то уже вынос мозга за эту игру. Is it true what they say, Connie? We are on the way to New Orleans? Yep. What is it that we are doing in New Orleans? Don't know. Some shit. I listen to Grace speak, but she speaks too fast for me. There is resistance fighters in New Orleans? All right. Okay. Maybe they will help us fight the Nazis. Would that not be great? Word. You do not speak a lot, Connie. Do you know? I know. What happened to you when the bomb hit New York? You don't want to hear it. You can tell me, Connie. Nothing to tell. No? I think you haven't told your story to anyone. Maybe it will help you feel better to talk about it. Papa, he told me it's not good to keep feelings inside. The sad feelings, they need to come out into the open, and then you see they're not so big and scary after all. All right. Great sirens. We're ringing. Taking shelter in subway. Ceiling caved in when the bomb hit. Woke up, smoke, fire, all around, dead bodies, arms and legs, blind people staggering, screams and crying, air smelling of burnt hair. Dad's face melted off from the bones. Mom is on fire, trying to stand up on broken feet. My little brother crushed under a concrete block, blood pooling on the railway tracks. Then, quiet. Oh, fy fan, vilket helvete. I'm so very sorry, Connie. Does it feel better to talk about it? No. Oh, okay. I will stop disturbing you then. Later. Miriam Gunas, daughter Шведка. Hey. Привет. Ох и жесть. Так, туда мы сегодня не заходим. Captain, have you time to help out Birgele Satana?
Что такое, Ритва? Риту, капитан, I need some help. А ну. Китос, капитан Бласковичи, stay on the platform. What? Что происходит? Что тебе надо, женщина? Уходи, тени. Grace told me to organize the storage bay by the moon pool. It's been in shambles since the Ausmerzer attack. But all the Fitun entrances are blocked by debris. Can't even get in there. Come with me and clear the entrances. I really don't want to let Grace down. Я люблю расчищать проходы. I know you have extra sisu from your ramshackle contraption, so hopefully you can find a way to ram through the debris. Я уже вижу, Вонда. Угу. То есть, что ты предлагаешь прямо сейчас? М? Мне нырять? Или что? М? Или, может быть, мне в подлодку лезть? Походу, мне надо заныривать. Да? Все верно, Рита? Так, задание. Убрать препятствия, мешающие попасть на склад. Ладно, разберемся сами. Раз ты мне не можешь помочь, придется, видимо, поискать самому. Но это, конечно же, не точно. Здесь, допустим, вообще ни хрена не видно. И я думаю, а туда ли я иду? Ага, я вижу. Я даже не видел этого прохода оттуда. Типичный Блашкович, прошибает все башкой. Ну, на самом деле, не башкой, конечно, тем не менее. Так, ясно. Все, легонько, Ритва. Ихона, капитан Блашковичи. Out how to get this place organized. Thank you for your help, Captain. I wonder if Grace will let me build a sauna in here. Сауна? Серьезно? Ну, потому что она типа из Финляндии. Ритва Томивара. Она хочет финские бани сделать здесь. Так, нам дали улучшение. Угу. Окей. Слушай, тут смотри, сколько всего можно. Здесь реально будет смысл перепройти, потому что здесь, ну, во-первых, можно будет Уайта выбрать все в напарники вместо Фергюса, просто ради разнообразия. И второе, это вот эти вот всякие боевые ходули, там, сжимающий корсет, кобра, мягкие шаги, жуткие Билли. Я, по-моему, самую прикольную взял. Как ты думаешь, зритель? Так, что мы хотим прокачать? Я не совсем знаю, честно говоря. Давайте лазер сделаем по оптический прицел, потому что он давно напрашивается уже. Реально. А. Джей, ну. Я сделал же? Видимо, я что-то не понял. Только комплектов улучшений. А, для силовых скоб. Да пишут же, очевидно. Позволяет метать топоры с невероятной скоростью. Ударная волна больше не сбивает вас с ног. Ну. Эй. Подожди, и чё, и как это сделать? Просмотр вкладок. Чё-то я не понимаю. Доступно улучшение для силовых скоб. Нажмите J. Нажимаю. Попадаю сюда. Угу. Пытаюсь как-то открыть. Не получается. Чего-то не понимаю, видимо. Ну, ладно, хорошо. Посмотрим, разберемся. Надо прокачаться. Надо определенно. Сколько здесь этажей-то вообще? Ты просто посмотри на этот уровень. Вот это я понимаю масштабы. Монт. Я.